Сиберпейнт. Сделано в России. Совесть, значит, навека. Всем берегам из центра. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Продолжаем делать машину, нанесли кислотный грунт на всю машину и на проемы дверные. Так выглядит у нас этот момент. Многие скажут, что да, она все равно заржавеет, ну, нам все равно. От этого никуда никому не уйти, тем более то, что эта машина наша, скажем так, рабочая. Делаем ее для себя. Но сделали на самом деле все возможное, чтобы продлить момент возникновения ржавчины, так что будем смотреть. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы делаем внутренности дверей, проемы, багажник и внутрянку капота. Это все просушиваем, навешиваем и уже делаем основную часть машины. Естественно, сейчас будет сперва наноситься наш двухкомпонентный полиуретановый грунт. Дальше пойдет уже жидкая подложка и уже цвет. В данном случае мы будем этот цвет наносить на серую подложку. Вот. Цвет, в принципе, своей насыщенности потерять не должен. Вот мы сделали проемы в цвет, накинули обратно в двери, нанесли наш двухкомпонентный полиуретановый грунт и на грунт уже нанесли серую подложку из родного титановского колера. Вот так вот у нас это все выглядит. Сорбеньку сделали на подложке маленькую. Сейчас будем наносить уже сам цвет. Напомню то, что цвет у нас будет из двух цветов. Это смесь Sky Blue и Tiffany. Цвет будет яркий, насыщенный. Смотреться будет необычно. Ruber Paint. Сделано в России. Mm-hmm.